Друзья, всем привет! Сегодня сниму такую бутербродную намазку. Очень вкусненько, быстро получается, сытно. Это, конечно, не для тех, кто постится. Сейчас пост идет. Значит, что нужно будет? Огурчики маринованные, сыр плавленый, чесночок зубчик, яйца, зелень и майонез. Это в саму намазку, значит, пойдет, да? Батон нарезка. И еще сверху будут вот такие вот шпротинки сочные, смачные. Значит, что? Делается просто моментально. Это все закидываем вот в такой вот блендер. Делается очень быстренько. Чесночок туда же. Сыр. Можно все целиком, если такой мощный у вас этот. Яйцо. Яйцо совсем мягенькое. Ну и зелень. Вот так. Все закрываем и быстро-быстро измельчаем. Да, я же не добавила еще майонез. Майонез добавляем 2-3 ложки. Ну вот так. Получаем вот такую однородную, красивую массу. Выложила я ее в мешок с насадкой. Можно просто ложкой это намазывать. Роли особой не играет. А теперь раскладываем батон. И отсаживаем намазку. Раскладываем по шпротинке. И теперь раскладываем по листику петрушки. Вот и все. Целые две тарелочки красивеньких бутербродов готовы. Просто, легко, вкусно и красиво. Все на этом. Пробуйте. С вами была Наталья. Всего вам самого наилучшего желаю. Всем пока!